вечера. Сегодня у меня на обзоре марки «Деньги Романовых». 1 копейка, 3 копейки, 15 копеек на шорты. Сегодня 3 октября, снимаю видео. А с фронта радостные события. Обрушивается российская оборона на Херсонщине. Херсон – це Украина. За марки «Деньги» я много рассказывал. В конце видео дам ссылки на этот материал. Сегодня хочу поговорить, что такое марки «Деньги», откуда взялись, и о фиктивном гашении. Марки «Деньги» – особый вид непочтовых марок, суррогаты денежного обращения, выполняющие функции разменной монеты в связи с ее недостатком. Существуют знаки общегосударственных и местных выпусков. Впервые были применены в североамериканских Соединенных Штатах во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Я даже ничуть не удивлялся, откуда они пошли. Фиктивное гашение или гашение по заказам. В общем случае, под этим термином понимают почтовые марки, легитимно погашенные штемпели почтовой службы, без их использования для прохождения почты. Обычно это происходит до или во время их поступления в продажу, в почтовом отделении или прямо в типографии. Также гашение по заказу использовалось на марках «Деньгах» Романовых по просьбе коллекционеров, но еще известно использование марок «Денег» в качестве почтовых марок. Использование марок «Денег» для франкировки писем было официально разрешено предписанием начальника Главного управления почты телеграфа от 8 октября 1915 года за номером 8907. Но вместе с тем рекомендовалось разъяснять отправителям корреспонденции, что эти знаки предназначены для замены разменной монеты и употреблять их в качестве знаков почтовой оплаты не следует. В качестве знаков почтовой оплаты марки «Деньги» использовались мало и на конвертах встречается редко. Большинство из них погашено из любезности, то есть по просьбе филателистов. Я лично встречал 4 конверта, которые прошли почту. На них были гашеные марки «Деньги». Марки «Деньги», гашеные по каталогу, стоят дороже, чем обычные. Сейчас покажу обратную сторону этих марок. Вот, с наклеечкой. Кстати, и на аукционах марки «Деньги» гашеные попадаются нечасто. Это у меня, даже не помню, сейчас, секунду, так неудобно. Даже не помню, откуда у нее появились и сколько, но они у меня уже давно в коллекции. Вот такие марки «Деньги» я буду продавать на аукционе. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!